начала нашего подъема на гору Хомяк. Елена Алексеевна во всей своей красе с сыном Андрюшей. Молодцы. Наш маршрут. Идем вот такими мы тропами красивыми. Сами поднимаемся. Так, она туда дальше и дальше и дальше. Вниз он. Речка бежит, скалы. Вон еще лесники идут наши. Один лесник, второй лесник. Леночка поднимается. Сидит в засаде. Какой-то сурок с камерой. Молодая гвардия смело приближаются к пику. Один, первый пошел, второй пошел. Тропой мы поднимаемся. Опа, камни. Вот, еще немножко поснимаю, чтобы не завалиться только. Вот номер один, вот номер два. И пошли дальше. Спроси, пойдет, не пойдет. Такими вот горными тропами мы преодолеваем все трудности. Последние шаги подъема на вершину нашей дорогой Елены, Андрея и меня. Вершина Хомяк. Какая кругом красота. Осторожно, Лена, не расслабляйся ни на минуту. Елена, можно у вас взять интервью? Почему? Подождите. Вы расскажите, пожалуйста, как вы смогли... Ой-ой-ой-ой. Подожди, стой, ты останови. Как вы смогли преодолеть саму себя и подняться на такую вершину? Молодец. Мы вас поздравляем с борьбой за страхом и самой собой. Умницу, целуем и любим. Вот мы поднялись. Спортсмена. Трудности по пятибалльной системе, 5 баллов с плюсом. Молодцы!